Дальше 158 аяте Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Хали янзурун». Неужели они ждут, то есть эти арабы-многобожники, которым Всевышний Аллах не спасал этот Коран? Или же люди до судного дня, до которых доходят вести о Коране и Сунне Пророка Саллаллаху Алейхи Вассалям, и они не принимают? «Аль-Хайн-Зуруна бада такзиби им русуль». Разве они ожидают после того, как проявили неверие свое в посланника? «Уайнкари им аль-Куран», после того, как отвергли Коран? «Антаати ягум мляйка», ждут они, пока к ним явятся ангелы? هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. И Мамбаху говорит: «Лекабди арвахим». То есть неужели они ждут, что ангелы придут к ним? Или ждут того дня, когда ангелы придут к ним, чтобы забрать их души? И в этот момент, братья, мы знаем, что человек, когда ангелы придут за душой, мы с вами, разбирая слова Всевышнего Господа Субхану Тааля про Ису, алейхиссалям, говорили, что некоторые муфассиры говорят: «Ва имин ахли китаби илля ля юминан набихи кабля маути». И каждый человек из людей Писания обязательно уверует в него до своей смерти. У нас баракалуфикум маутии возвращается либо до смерти Иса, алейхиссалям, либо до смерти самого человека. И ученый говорит, один тафсир другому не противоречит. И сказано, что каждый человек Писания, когда к нему придет ангел забирать его душу, в этот момент поймет, что та религия, на которой он был, это поклонение Иса, алейхиссалям, было заблуждением. Было заблуждение. И ученые говорят, что когда человек, баракаллаху фикум, увидит, как пришел ангел забирать смерть, вот в тот момент он поймет, что он был в заблуждении. И поэтому Аллах и говорит, неужели они ждут, пока к ним не придут ангелы? Потому что в этот момент они сразу захотят уверовать, но уже будет поздно, ведь Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Фалям марау баасана». قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. И когда они узрели наше наказание, то есть когда ангелы придут забирать их души, они скажут: мы уверовали в единственного Аллаха, и мы уже не верим в то, кого приобщали, в тех, кого мы приобщали в сотоварищи к нему. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ. Всевышний Аллах говорит, но не поможет им их вера, то есть в тот момент. لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا, когда они увидят наше наказание. Суннат Аллахи ляти кад халят фи ибадии, ва хасира гуналика аль-кафирун. Таковы порядки Всевышнего Аллаха, то есть который он установил для своих рабов. Тогда неверующие окажутся в убытке. И поэтому Аллах и говорит, неужели они ждут, пока к ним придут ангелы? То есть думает, в тот момент они верят, но в тот момент уже вере смысла не будет. Киль биль адаб, то есть когда придут, другой тафсир, что пока ангелы придут с наказанием. Ва кара хамза валь киса и атихим билья. Мы говорили, что отличительная черта тафсира Багави, что он обращает внимание на что? На виды кыраатов. Вот тут пришло бараклуфик иллян таатиягум маляйка. Некоторые щецы из них, Киса и Хамза, говорили я атиягум через я. Оль Бакуна, другие щецы прочитали через та. А у я атия робук, или неужели они ждут, пока не явится к ним Господь? Имам Багави биля кайф. То есть, когда мы говорим, что придет Господь, не надо представлять, как он придет. Когда мы слышим об именах и атрибутах Всевышнего Господа Субхану Тааля, ни в коем случае не говори вопрос «как». Это касается не только Господа Субхану Тааля, все, что связано с потусторонним миром. Приходят некоторые братья и говорят: «Брат, вот я, говорит, прочитал, говорит, хадисы, в которых говорится про судный час, вот будет то, у меня, говорит, какая-то нестыковка вот именно в порядке этих событий». Я говорю: «Брат, не надо представлять, там другой мир, там другие законы, там другое измерение». Говоря современным языком, баракаллаху. Или вот я не пойму, вот это ангелы как делают? Или вот это в могиле как? Не задавай вопрос всего, что связано с тем светом. Как? Просто верь в это, и все. И вот так сказал, а у я тебя робок, или неужели они ждут, пока не явится к ним Господь, ли фасли када байн аль-халки фи мауқиф аль-кияма, для того, чтобы, то есть, судить людей, лишь создание, когда люди воскреснут в судный день. Ауяти Абаду, Аяти Роббик, или же неужели они ждут, пока явятся некоторые знамения твоего Господа? Я не тулю шамс мин магрибия, из этих знамений, это что выход солнца
с запада. Алей Акфар Муфасирун, как это растолковали, большая часть толкователей. Рауаху Абу Саид Марфун, как это передается от Абу Саид Марфу. То есть, что Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям этот аят так и растолковал. Некоторые аяты Господа, то есть, неужели они ждут, пока к ним придут ангелы, или пока не придет к ним Господь, или пока не явится некоторое знамение Господа, это выход солнца. Потому что в тот момент уже Аллах Субхану Тааля не примет покаяние. Мы подробно, баракаллаху фикум, разбирали те события, или же то, что связано с признаками судного часа большими, разбирая 42 главу, 32 главу книги Сахих Мавариду Заман. Ссылочка будет под видео с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Ауяти Абаду, Аяти Роббика, ля янфу нафсан иману, валям таку наман от мекабли. Люди же, они ждут того дня, когда явится некоторое знамение твоего Господа, и вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде. То есть, когда солнце с запада войдет, все скажут, все, мы уверовали, оказывается, ислам это истина, оказывается, единобожие это истина, но уже будет поздно. То есть не поможет им вера, когда появятся эти знамения, которые принудит их уже к этому иману. И в этом явное опровержение всякого рода философским школам, которые упорно не хотят верить в скрытое и отрицают то, во что просто надо верить. Сначала говорят, почему они отрицают? Они сначала проводят аналогии, затем отрицают, а затем искажают, как говорил мой известный муфасир Мухаммад Амин Шанкиди, «Фалямма танаджасат укулюхум биттажби, захабу ля тахриф». И когда, говорит, их разум покрылся нечистотой уподобления, они, говорит, начали что искажать? То есть, как слышит, например, какой-то человек из философской школы, что, например, Аллах Субхану Атали придет. Он говорит, нельзя про Аллаха говорить, что придет. Почему? Если придет, получается, он ходит как человек. А, видите, он где попал? Все, ходит как человек. Все. И вот он говорит, когда, говорит, их разум покрылся нечистью уподобления, ты зачем представил? Он потому что видел раньше по телевизору или где-то икону рисует, Бог написали там, а там дедушка какой-то из фитнес-зала такой накачанный нарисован. А так же они рисуют сейчас. И вот он представил, а потом ему страшно стало, ну Бога же представлять нельзя. Ну а что делать тогда со словом «Яти, Роббук, придет твой Господь»? Нет, здесь по словам «Яти» не имеется в виду «Господь придет». А придет приказ Господа, начинает вот так вот искажать священные тексты Насуллаха аляфу аляфи. Аукасабат фи имания хайра. Или если душа не приобрела благодаря своей вере добро. И, соответственно, тот, кто уверовал в ратя до этого, его добрые поступки принесут ему пользу даже после выхода этих знамений, после выхода солнца с запада. То есть тот, кто уверовал, совершал благие дела, даже после выхода солнца будет продолжать совершать благие дела, как мы видим, это, знаете, ему это принесет пользу. Юриду ля йогбалю иману кафир, то есть не будет принят иман кафир, когда появятся эти знамения, валя таубату фасик, и также не будет принято что? Валя таубату фасик, не будет принято покаяние нечестивца. Поэтому если человек совершает грехи большие и смертные, и солнце выйдет с запада, даже если он мусульманин, но начнет каяться, в этот день тоже ему не поможет это покаяние. И поэтому, братья, мы должны быть готовы, мы же не знаем, когда это солнце выйдет, правильно или нет? Если, да, все мы люди, братья, все мы грешные, все мы где-то, кто-то из нас где-то в чем-то оступился и так далее. Кулибану адам хатта, братья, все люди, братья, ошибаются. Однако проблема не в том, кто ошибся. Проблема не в том, кто согрешил. Проблема в том, кто упорствует и не кается. В какой бы ты грех, брат, ни попал, сразу же торопись с покаянием. И Аллах им говорит, кулинтазеру. Скажи, ждите, я глямако, житель Мекки, инна мунтазерун, а мы будем ждать вместе с вами. Бикумуль азаб, то есть будем ждать, пока Аллах пошлет на вас наказание. Каля Расуллай Салсам, посланник Аллаха Салсам, сказал, ля такум са, хатта татлю ашшамсу мин магрибиха. Не наступит судный час, пока солнце не выйдет с запада. Файда талят, вараахан нас, аману джамин, и когда оно выйдет с запада, все люди увидят это и все сразу уверуют. Вадалька хина ля янфу нафсан иманаху. Это в тот день, когда не поможет душе ее вера. Лям такун аманат мин кабль, если она до этого не уверовала. Ау касабат фи имания хайр, лишь как тут сказано, не приобрела благодаря своей вере какое-то добро. Уан Аби Хурайра, также от Абу Хурайра, ради Аллаху, пришло, каля Расуллай Салсам, посланник Аллаха Салсам говорил, «Талясун и дахаражна ля янфау нафсага». Нафсан иману. Если появятся три вещи, душе уже иман не поможет. Лям таку наман от минкабль, если она до этого не уверовала, а указа батфи имани хайр или не приобрела какое-то добро
благодаря своему иману, ад-даджаль, выход даджала, ват-дабба, появление некого животного, ват-улю шамс мин магрибиха, и выход солнца запада. Как мы сказали, подробно эти вещи мы разобрали на основе хадисов 32 главы книги Сахих Бухари Заман, валлаху алям. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы мы закончили тафсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется Баракаллаху фикум новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть Баракаллаху фикум получается и выучите, и будете знать тафсир. Смотрите внимание, субханаллах. Да сколько вот удивительных слова Всевышнего Господа, субханаллах. Если человек, как сказал Всевышний Аллах, афаляет адабарун аль-Куран, почему они не задумываются над Кораном?